И хочу рыбку вот такую красную сделать. Так, девочки, всем привет-привет. Забыла с вами поздороваться, простите. Вот, рыбку хочу красную сделать. И из брокколи, да, в термомиксе. В таком термомиксе включила его. Вот так вот пергамент положила сюда. Сначала вилочку вот так, да, чтобы воздух, ну, как бы тут циркулировал. Вот, сейчас мне надо маслица достать. Вот это вот на оливковом я полью. А потом уже порежу все. Порежу и все, положу рыбку сюда. Потом поставлю сверху вот эту крышку. Вот эту, и сюда брокколи положу. Можно еще морковку, но я не буду, я брокколи только сделаю. Это как ужин у нас будет. Может быть, салатик еще какой-нибудь. У меня огурчик с лучком есть. Так, сейчас сольки немножко. Рыбку посолю. Так, солькой. Сильно не буду, не люблю сильно соленое. Видите, все пересаливаю всегда. Так, перчик вот у меня тут немножечко есть, остатки, но я его докончу, докончу. Так вот маслица налила, видите, вот, чтобы рыбка такая не совсем сухая была, и потом я ее сюда так положу. Ну и все, да, сейчас я ее заделаю, все помажу, поперчу и все. Все сложила. Видите, маслица ее так обваляла. Вот. И брокколи порезала. Вот так. Сейчас тоже все сложу. Вот в эту вот дозочку. Сюда бумажку постелю. Или можно даже не надо. Даже можно не надо, потому что прям вот так вот выкладываю. Ничего больше не надо. Вот так вот. Потому что много, у меня ее немного, да, и чтобы вот проходила через дырочку, да, бумажку здесь не надо. Так, так, так. Сегодня я себе паузу, девочки, сделала. Сегодня на кухне ничего не делаю. У нас воскресенье, ну, я должны приехать забрать наши, вот эти, нашу мебель, вот эту, которую я отдаю, да. Отдаю, девочки, за бесплатно, поверьте. Не вру нисколько. Вообще у нас продать, ну, невозможно такую мебель. Ну, не то, что не это, ну, уже все. Она, во-первых, не новая, да, ей уже много лет. А потом не каждый же, знаете, такое вот может. Это мне такое нравится. Не каждый человек такое хочет. Ну, в общем, один мужчина позвонил нам и сказал, что он для своей мамы хочет, не знаю. В общем, сказал, возьмет бус, в воскресенье приедет и заберет. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, девочки. Вот так потом наверх вот прям на эту ставлю. Вот так вот. Все. Крышкой закрываю. У меня крышечка где-то есть. А где она? Надо найти ее. Все закрою крышкой. И будет у меня все вариться. На пару, девочки. Потому что я тут сейчас я вам покажу. Воды налила. Это все на пару. Там вода. Там вода. Литр. И это все будет на пару на штуфа варома. Сейчас я покажу вам. Подожди, сейчас поставлю хорошо. Так, сейчас я ее включаю. Сейчас она включится. Вот так крышечкой закрыла. Видите? Сейчас включится. Угу. Так, что у меня тут? Вот так, вот я включила, да, выбираем, вот сколько секунд нам надо, допустим. Ну, от закипания там получается, пока она закипит, где-то 10 минут надо. Так, я выбираю, ну, 30, наверное, минут, 35. 35 минут, я думаю. Там уже, может, побольше, если что, я могу. Ну, 40 я выберу, пока закипит, даже меньше надо. Ну, чтобы все проварилось, да. В принципе, рыбка, она быстра. Закипание просто надо. Ну, 38 минут, нет, 37 пускай будет. Вот теперь я делаю градусы, да. Делаю градусы. Так, ну, я делаю... Вот варома нам надо, да. Потому что это на пару, это варома идет. Так, и здесь мы закрываем. Сейчас вот я, смотрите, нажму на эту. Сразу начнется, крышка закрывается. Видите, она закрылась по бокам. И ложка. Что ты делаешь? Вот мешает она. Я, наверное, поставлю
Ну, где-то вот так, да, на единичку. То можно прибавить. Это сильно вода там начинает, знаете, так мешает. На ложку вот так поставлю, даже полторы. А потом можно прибавить. В общем, девчонки, все, она включилась. Вот так у меня все будет вариться. Сейчас я тут все уберу. Вот это все крошки. Ну, все. Такой у нас сегодня ужин будет. И сейчас салатик сделаю. Салатик с зеленым огурчиком и с чем? С лучком. Можно яички отварить, но не обязательно. Ладно. Вот я достала огурчик свежий, лучок и зеленый горошек в баночку. Сейчас я сделаю салатик вот в эту вазочку. Хотела кукурузу, но думаю, наверное, с зеленым лучше будет, да? Я думаю, да. Там у меня все уже кипит, варится. Вот. Видите? Шумит. Все, буду салатик делать. Я не люблю вот эту сверху шкурку, девчонки. Я не люблю, она невкусная. Такое уже. Ну, он еще полежал у нас, я три, наверное. Вот. Да я за свои ногти возьмусь, не знаю. Каждый день собираюсь. У меня то уборка, то приборка, то мотивация. Вот. На уборку. Я никак не могу, у меня руки не доходят, чтобы это ногти сделать. Потому что я думаю, вот, ну, я сейчас сделаю ногти, а потом они у меня, я буду мыть там, да, даже в перчатках. Они у меня начнут, ну, как облезать все, да. Вот, зеленый горошек сюда. Ну, у меня блезет, но это как бы это уже не такие будут. Я уже думаю, все сделаю, тогда уже к Рождеству сделаю, да. Ну все, лучок у меня вот такой вот. Сейчас я прямо сначала так салатницу, прям горошек зеленый весь. Вот так вот. Огурчик порежем. Уже. Так, я пополам вот так сделаю, чтобы мне не мешался. Так, на 4, наверное, части. И кусочками просто вот такими. Тонкими нельзя, девчонки, резать, иначе это огурец, он сок сразу даст. И будет потом квашня. Я просто вам показываю, как я делаю ужин, да, девочки? Так, ну теперь я лучок порежу. Ножик, конечно, у меня не очень хороший. Тут у меня в мойке. Вот, салатик уже, смотрите, девочки. Вот так вот. У нас на улице уже смеркается. Видите, вечер. Время сколько? Время 5:00. Ну, 5 почти что. Так, вот так, сейчас. В общем, порежу лучок. Тоже не мелко так, чтобы он это не расквасился. Нож, конечно, плохой очень такой. Не очень, девочки, нож хороший. Надо мне ножик сейчас другой достать, наверное. Как-то. Вот, я достала другой ножик. Совсем другое дело. Ну что это с тем ножом? Вот, смотрите, как классно сразу. А там какой-то нож непонятно что. Нет. Видите, вот так вот. Сейчас лучок. Много не будут, этого достаточно. Иначе много лука. Вот этот оставлю на что-нибудь другое. Ну и все, лучок сюда. Салатик. И сметанку с майонезом смешаю. Добавлю. Все. Что чистую я сметану или майонез, я не добавляю. Вот такой салатик получается. Ну, вечер на ужин нормально. Можно яичко сюда добавить, если у кого-то есть варное яйцо. Я не буду делать. У меня рыба, у меня брокколи. Ну, хотя можно было бы тоже не делать, но я сделала. Так, девчонки, я все-таки еще баночку зеленого горошка добавила. Сметану добавила. Половина сметаны, половина майонеза. И вот такую приправку сейчас добавлю. Соус вот сюда вот, да. И размешаю все это вместе и сюда. Где она тут открывается? Вот. Надо знать, где открывается. Вот, видите, вот такая вот.
Я майонезика немножко, девочки, добавила. В общем, вот такой вот соус. Сейчас размешаю, все хорошо. Собью его. Все смешала, видите, перемешала. Такая масло, масса получилась такая зеленоватенькая. Теперь я просто сверху сюда положу. Вот так вот, да, салатик. И потом размешаю. Сейчас не буду. Такой у меня будет салатик на вечер. Вкусненький. Такой вот. С таким соусом. И к рыбке хорошо будет, вкусно. Он такой соленоватый, кисленький получился. Очень вкусный. Все, прям выскреблю сейчас. Вот, девчонки. Делайте такой салат. Быстренько, на скорую руку. Не надо там что-то выдумывать на каждый день, знаете, нормально. Все. Девочки, вот такой вот салатик у меня. Как бы так. Вот. А здесь у меня, смотрите, что уже. Видите, как кипит. На пару все варится, шипит. Вот варится уже 14:43, да? А, осталось 14:43. Ну, я думаю, что надо раньше выключать, потому что я смотрю, здесь уже все так запотевает и пахнет уже рыбкой. И дымочек уже идет. Я на ложку поставила, чтобы мешала побольше, тогда она, ну, как бы пар быстрее, да? В общем, вот так. Что еще хотела показать. Видите, у меня какая доска большая, да? Смотрите, я как отражаюсь в ней. Я ее, видите, она какая? Смотрите, вот так. Вот у меня там это, кострубку надо помыть. Вот, чтобы на платье вот на этой не резать, да, вот такую доску большую ставим, да. Но она просто убирается. Нужно ее убрать при желании. Все, и теперь опять вот так прям подвигаю к раковине. Видите, вот так и все. И на ней можно резать, не жалко. Вот. Так что, как я-то аккуратненько, мой муж иногда может и на платье порезать. Я ему сказала, говорю, смотри, осторожно, аккуратно. И вот так вот лежит, потом надо будет, ну, надо будет, уберете. Вот, ну, буду ждать, да. Буду ждать, банку сейчас выброшу. Эта сметанка была 24%. Вот. Вот такая вот шмант. Ну и все, вкуснятечка. Вкуснятечка. Так что, девчонки, готовьте быстро, не надо заморачиваться там что-то, да, делать. Бах-бах, раз, порезали, цак-цак, и все. Вот, и на ужин. Это там праздничные дни, что-нибудь такое, а так можно быстренько на скорую руку что-нибудь приготовить. Вот, гарнир я не буду делать, так как вот у меня салаты, вот это все, да, еще и брокколи. Вот, я люблю брокколи, это вкусно с салатом тоже будет. Ну вот, осталось совсем маленечко, там получается минута. Да, сейчас подожду, он отключится, покушаю. Все-таки мужа не буду ждать, он иногда поздно приходит, а я не хочу ждать. Поздно кушать уже не хочу. Поэтому сейчас еще маленечко и все, девчонки. Сяду кушать. Хочется уже быстрее все сделать, чтобы чистота, красота была на кухне. Надоела уже вся эта грязь. Видите, дым идет. Не знаю, видно вам, не видно. Видно, да, наверное? Да, вот дымочек идет. Ну, капуста-то дошла 100%. Рыба лишь подошла. Но рыба дойдет. Сколько я поставила? 37 минут. Это нормально. Это нормально. Девочки у меня спрашивали, что у меня все герыты смэк. Нет, у меня не все герыты смэк. У меня, девочки, форверк, вот это вот, видите, герыт. Очень хороший, кстати, сейчас уже отключится. Все. Видите? И он сразу же это зовет, отключается. Классная вообще штука, я скажу. Так, все, иду, иду. Все. Так, сейчас я его выключаю, девочки. Вот так держу, и он выключается. Все. Видите, пишется. Тут разные языки, можно разные языки настраивать. Да, у меня вот это вот смект, да, гереты. Но они у меня не все смект. У меня вот только вот эти, да. Остальные у меня другие гереты. Что я еще не перебирала, да, у меня вот эти гереты. Вот такие вот. Как сказать?
от этой фирмы, как она, Као. Сейчас не вижу. В общем, вот это, да. У меня еще вот этот вот. Тоже. Там еще в кладовке у меня тоже еще запакованные. Вот. Вот этот у меня тоже как бы овощерез. Кстати, классно. И вот эта фирма. Я поначалу ее выписывала, ну, как бы заказывала. Но что-то я в ней разочаровалась. Не знаю. Хотя я в смеке тоже, девчонки, разочаровалась. Кофеварка вообще никуда не гоже. Вот эти вот, например, тостер, да, нормальный. И чайник вроде ничего. Ну, не знаю. Как чистится хорошо, в употреблении нормальный. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Ну, все, готовое. О, дым идет какой. Пар, то есть. Вот, все готово. На пару все отличненько так. Рыбка там тоже, я надеюсь. Сейчас я подниму, посмотрю и вам покажу. Сейчас я подниму вот эту. Ай, чтобы руки мне не обжечь. Вот, смотрите, видите, рыбка. Такая рыбка получилась. Она как в соусе, как будто там, да, тоже. Ну, вот такая вот рыбешечка вкусненькая. И вот такая вот брокколи. В общем, вот такой у меня сегодня, девочки, ужин. Такой ужин. Вкуснячий ужин. Девчонки, салат обалденно вкусный. Вот я его перемешала. Он такой прям свежий-свежий. Огурчиком так... горошком, что-то напоминает даже оливье, только без колбаски, без мяска, да. А так вкус, ну, если бы еще это добавить, такой вкусик. Такая рыбка получилась, две филешечки, да, мужу оставила две филешки, себе брокколи, вот так. Ну, приятного мне, девочки, аппетита, и вам тоже, кто будет кушать со мной, всем приятного аппетита. Всем, девчонки, пока, до новых видео на канале «Мое хобби». Заходите, девочки, подписывайтесь. Буду рада всем друзьям. Пока-пока, девчонки.